Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы с вами поговорим немножко о грядущем обновлении в первую очередь на тайванском сервере, конечно же. Что нас ждет? Разработчики стали вроде как бы спрашивать у нас, у игроков, что же надо в игре все-таки поменять. Ну и понятно, все хотят халявы, и они хотят каких-то изменений, потому что они видят, что реально люди бросают игру, но не знают, ну, в принципе, они знают почему, потому что они вводят кучу всякой срани. Вот, и одно из недавних обсуждений, в принципе, так, сейчас давайте чекну, что там на Тайване у нас сегодня интересного есть. Одно из недавних обновлений форума меня очень улыбнуло, поэтому я решил записать еще видосик. По поводу изменений. Нам уже давным-давно обещали поменять атаку фортов, битву гильдии. Битву гильдии нам поменяли изменить. В итоге, как они ее изменили? Они добавили супер питомцев, которые, наверное, еще более упростили прохождение, так как можно сделать неубиваемого одного героя, у которого будет 15-16 тысяч уклонения. И все. И этого будет вполне хватать нам, чтобы пройти любого топа. Я уже это показывал не один раз. Да, там можно, другие могут нарулить точность, но все, как правило, рулят уклонение. Вопрос даже не в том. Вроде это проглотили мы, суперпаты, это классно, круто. Они убили вообще все локации, они убили подземки. Восьмая кошмарка проходится одним героем. Без проблем, то есть это уже не секрет, можно сделать определенный герой и пройти любую локацию. Они нам пообещали недавно, скажем так, что они изменят атаку фортов. И самое интересное, что на этой атаке фортов они хотят там изменить правила, которые по сути ничего не изменят, так как локация как была говно локация, так и осталась, и то же самое у нас, наверное, по всем локациям в игре. Сейчас мы пройдемся по ним, поговорим и посмотрим, что они предлагают и что они хотят. Также у нас было добавлено в последней локации, это Запределье. Это вообще отдельная история, думаю, для многих. Многие знают, что это такое. Кто не знает, вам хорошо жить. В общем, Запределье тоже крутая локация, которую, в принципе, все из нас в кавычках могут пройти. В общем, поехали на тайванский форум. Будем сейчас смотреть, что у нас есть. Так. Открыть экран. Вот. Вот наш растяну так, чтобы было лучше видно. Область объявления, поле будет, но здесь переводится все это. Дамы и господа, самурай за круглым столом. Ну, понятно, не все там самураи. Недавно получил новое предложение о битве на поле. О битве на поле битвы. Ну, это имеется атака фортов. В настоящее время самурай хочет спросить у лордов, какие механизмы нужно отрегулировать, чтобы сделать соревнование честным и интересным. И можно предположить, что после окончания битвы судите героя, если количество героев на обеих сторонах одинаково, атакующий проиграет. Камон, ребята, я уже показывал, на атаке фортов в любом случае будут счастливы, потому что нельзя убить другую пачку из-за того, что вы добавили таланты, чары, героев с ограничениями, которые друг другу просто, ну, не соответствуют. И что бы вы ни качали, что бы вы ни делали, это будет всегда. То есть это уже надо просто делать, откатывать игру и убирать определенные вещи. Если возникнут другие проблемы, лорд может предоставить предложение, оставить сообщение в этом сообщении. Ну, то есть это типа мы самураи, это они,
То есть лорды против самураев ведет обсуждение за круглым столом с инженером. То есть вот так вот. Ну, короче, тут дофига всего, ну, толком кучу всякой срани понаписывали. Я даже, честно говоря, не читал, потому что я прекрасно понимаю, что как бы они ни меняли, надо менять не сам, скажем так, действие героев, а надо играть саму игру и само условие участия в фортах. У нас герои, которые не убиваются, у нас таланты, которые не дают возможность убить. То есть, соответственно, атакующая и проигравшая сторона, она уже ничего не решает. У нас есть возможность заспамить, у нас локация, блядь, с багами, у нас нету на ней оптимизации, потому что ты заходишь 10 раз в игру, и ты видишь одну и ту же пачку, а время тикает. Странно, странно. То есть оптимизации, по сути, в локации нет. Они хотят изменить сами правила боя, типа, что это решит всю проблему. Не решит эту проблему. Надо было не добавлять кучу всякой срани. Ну, в общем, с атакой фортов, думаю, многим все понятно. Дальше идет самое веселое. Вчера, по-моему, 10 числа, да, у нас добавили, администратор добавил голосование на новых уровнях или монстрах в игре. В общем, что нам предлагают? Нам предлагают с вами добавить, новых монстров. И тут я вспоминаю лабиринт, тут я вспоминаю запределье. Ну, даже там, я не знаю, там море и разлом второй уже вроде ребята фармят, ну, с донатными героями, понятно, с бездонатными не фармят. И тут мне просто вот что последнее, запределье, лабиринт, вот две локации, и читаем, чтобы дать игрокам более богатый игровой опыт, чиновник рассматривает, ну они чиновники уже стали, не самураи, возможность добавления новых уровней или монстров в существующий режим. И тут ты понимаешь, блядь, какие новые монстры? Мы не можем тех убить, потому что вы сделали прибавку к силе. Вы, во-первых, ну давайте дочитаю. Предложения игроков теперь собраны. Пожалуйста, проголосуйте за режим, в котором вы больше всего хотите добавить уровни или монстров. И тут ты понимаешь, 50 этажей лабиринта, ну 4 часа как минимум. Если нормально все фармить. Запределье полчаса, ну ты их, в частности, там хрен пройдешь, не имея донатных там и мегатоповых прокачек. И тут я еще вспоминаю этот момент. У нас добавили 6 миллионов силы. Возможность роста. То есть нас ожидают какие-то изменения. У нас ожидают добавления зданий, левела по-любому, потому что дают кучу молотков. Прокачка питомцев, прокачка прорывов, прокачка левела, прокачка скиллов, прокачка талантов. Ну, короче, прокачка всякой хрени, и ты понимаешь, они хотят еще увеличить. Так уберите, блядь, привязку. Я уже на своей силе не могу нормально фармить. Многие не могут на свои фильмы фармить, потому что вы сделали непонятную формулу. И нам добавляют осада монстров, испытание героев, испытание хранителя, затерянное царство босс, древний суд. И самое интересное, да, вы можете выбрать только одну локацию, написать свою, то есть там волны, допустим, они добавят вам плюс волну АЛ. Вспоминаем опять же волну АК. Я до сих пор ее сейчас фармлю, и я просто уже фармлю, знаете, не ради того, чтобы пройти, а ради того посмотреть, какой долбоебизм на сегодня добавлен в игре. Добавлена такая волна, она проходится, если повезет. Я просто смотрю, как. Я уже переролил уклонение, не помогло. Переролил чар, не помогло. Поменял расстановку, не помогло. Поменял героев, не помогло. В общем, что бы вы ни делали, вы ни хрена сделать не можете, просто надо словить удачу. То есть то, что там у людей максимальные прокачки, максимальное все, это все равно не спасает. То есть оптимизация, уровень бог. К чему мы идем дальше? Дальше они добавят нам следующую волну, в которой надо будет, наверное, я не знаю, что сделать. В общем, тоже это тоже меня улыбнуло. Какое нахрен, какие нахрен новые монстры и новые там какие-то левела? Сделайте то, что есть, хотя бы нормально. Ни хрена, нифига они не сделают. И
Это тоже печально, они только еще дальше засрут, они не понимают, что уже люди уходят из-за того, что просто это бред. И это еще, ребята, не все. Дальше. Вчера появилась тоже один пост. Яйцо, замок 2, второй раунд, яйцо, самурай. Ну, короче, у нас самураи, господины, госпожи. Привет, семья, воин за круглым столом, в настоящее время... Атака фараона подошла к концу. Я не знаю, какая это атака фараона. За ней следует проблема радужных островов. То есть будут изменения. В декабре снеговик был обеспокоен натиском плотных монстров. Его же деревня обратился к руководителям имперской за помощью. В общем, новый геймплей. Castle TD. Я знаю, что это TD. Трай-дай, не знаю. Короче, суть в том, что у нас добавят, скорее всего, по этому сникпику картинки. Сейчас я попробую ее вывести. У нас должны добавить, ребятушки. Новую локацию. Вот она. Блин, сейчас все полностью у себя тут перекручу, перемучу. Так, что это за хрень? Вот она. Вот эта картинка. У нас должна добавиться, по сути, новая локация, опять же, ребят. Новая локация. То есть готовьтесь к тому, что опять будут гореть пуканчики у некоторых. У нас будет добавлен новый капитан. Ну, я думал изначально, что это будет новый левел острова, но, к сожалению, скорее всего, нет. Это будет... Блядь, что ты не хочешь разворачиваться? Новая локация, вот, судя по этому посту, которую нам придется фармить, там будет какой-то жесткий босс взрываться. Ну, это, наверное, скорее всего, взрываться будет чей-то пукан или разработчика, судя из того, как люди уходят с игры, и только они начали запускать акции, типа «верни своего друга». В общем, вот такая вот локация, на которой, в принципе, видно, что будет какая-то срань. Очередной, то ли остров, то ли что, я не знаю. Где вот такое вот описание следует, сейчас мы почитаем. Роза, бог войны, ваше величество, Роз находится в темнице нацистского континента, где она сможет соревноваться с хорошими игроками. Но способность Мусаси не может с этим бороться. Ну, в общем... Готовьтесь к новому таланту Мусаси и нацистскому новому континенту. Ну, это так переводит, я не знаю, как она будет реализация. Короче, это просто жесть. Колдунская группа яркая, метафора для темной луны, поднимающейся с востока и позволяющей заклинанию человек, который прячется в темноте, является принципом скрытности. Группа черных книжников будет использовать силу света, чтобы отразить тьму и делать скрытность невидимой. У императора будет бесчисленное множество талантов. Боги войны принесут волшебство, которое мы разработали, чтобы победить врага. В общем, ждем очередной мега-дичи от IGG, в которой мы будем просто либо самураями, либо властелинами. Будем по ходу играть скоро в Гарри Поттера, я не знаю во что. Новая локация. В общем, это просто аут. Вот так вот почитаешь и понимаешь, что люди просто штампуют какую-то срань. Я не знаю, чем они думают. Игра была классная изначально.
Они ее просто засрали донатом, потом засирают сейчас локациями, которые, по сути, я не знаю, наверное, процентов 80 людей не фармят так, как надо. Я их не фармлю вообще просто. Я просто забил на эту хрень, потому что нахрен фармить. Есть возможность доната, донатом вообще не надо это все фармить. Без доната оно не фармится, потому что они это не могут фармить. Нахрена вы вводите эти локации героев, которые просто не актуальны. У вас куча старых героев, которых можно реанимировать, сделать какое-то перерождение интересное, сделать, чтобы герой был актуален. Нахрена вводить по 10 героев, блин, за каждую обнову? Нахрена всего, которое просто перечеркивает всю игру предыдущую. В общем, IGG просто тронулась. Вот вам, ждем очередную бомбящую локацию. Я думаю, это будет весело. Ждем новых левелов в Запределье, новых левелов в лабиринте, я надеюсь, новую волну. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, что вы думаете по поводу этой дичи. Всем удачи, всем пока.